появились подробности громкого задержания на привозе, которое активно обсуждалось в соцсетях. Оказалось, что полиция арестовывала некого Азера Ниязова, он же Маис Атакишиев, члена банды так называемых клофелинщиков. По данным следствия, задержанный пытался выбить из одессита несуществующий долг в несколько тысяч долларов. Вымогатель знал, что потерпевший задолжал другому человеку и решил воспользоваться ситуацией. После отказа вернуть деньги потерпевшего два месяца шантажировали, угрожали и заставили написать расписку. Меня заставили написать расписку с несуществующим долгом, но и было принято решение обратиться за помощью. Правоохранители пришли на помощь. Я очень благодарен правоохранительным органам, положа руку на сердце, благодарю их и преклоняюсь перед их мужеством, терпением, пониманием ситуации. После обращения в полицию должник и кредитор снова встретились уже на привозе, задержали вымогателя на горячем, когда потерпевший отдал часть долга в 30 тысяч гривен. Сразу после этого его соотечественники, продавцы елок, пытались отбить задержанного, но отправились вслед за земляком. За вимагання з погрозою вбивства поліцейські оголосили йому підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.